Начнем с бесед с Лао. Это именно камбоджийская школа. Вот мы у него спросили: Лао, как ты полюбил Бога? Как ты полюбил Бога столь сильно, что и ты, и такое большое количество твоих учеников достигли слияния с изначальным сознанием? Он ответил: не знаю. Даже когда я был ребенком, он всегда был рядом со мной. Я знал, что его огромные глаза бесконечной глубины всегда смотрят на меня и дарят любовь. И я растворялся в ней. Когда я слушал шелест листвы или шепот дождя, журчание ручейка или пение птиц, я всегда слышал его голос. В тишине вечера и в прозрачности утра он был со мной рядом. Он говорил мне о любви. Он улыбался венчиком каждого цветка, ласкал солнечным светом, гладил прикосновением ветерка к моему лицу. Когда я ступал по земле, я ощущал его руки, которые поддерживали и направляли меня. Когда дитя начинает любить свою мать, когда растет в ее плоти, или с первым глотком ее теплого молока, или с первой ее улыбкой. Дитя этого не знает, но оно рождается и растет в этой любви. Я не знаю, как полюбил Бога. Я родился в его любви, дышал ею, радовался в ней, рос в ней. И моя любовь к нему возрастала вместе со мной. А потом я понял, что люди не знают эту любовь. И я начал искать, как им помочь. Так я нашел свое озеро, на берегу которого вырос ашрам. Там Бог стал учить меня помогать людям. Стал учить любви, заботе и терпению матери, которая держит на руках своих детей. Моими детьми стали и цветы, и птицы, и деревья, и травы, и люди. Мои люди, которые учились любви. Именно там я стал тем Лао, которого ты знаешь. А мое сердце стало озером божественной любви. Маленькой каплей великого океана. И каждый, кто приходил ко мне, погружался в его воды и уносил в себе столько любви, сколько мог вместить. Те же, кто оставались со мной в ашраме, росли в моем сердце, которое
не отделялось уже поле от океана Творца. Еще я хочу сказать следующее. На духовном пути подвижник никогда не остается один. В его продвижении всегда активно участвует Бог. Другими словами, духовное продвижение не есть результат усилий только одного лишь подвижника, но результат совместной работы подвижника и Бога. Именно Бог создает подвижнику условия для дальнейшего продвижения. Этим Бог дает ему шанс сделать себя таким, каким подвижник сам выбирает быть. Бог предоставляет ему возможности для самосовершенствования, привлекая в этот процесс свою силу. И чем более полно и самоотверженно будет предан подвижник делу совершенствования себя и помощи в самосовершенствовании другим, тем более невероятные возможности и перспективы будет разворачивать перед ним Бог. Я хочу, чтобы каждый, идущий по пути добра, всегда помнил о постоянном присутствии в своей жизни Бога и ни на мгновение не сомневался в Его силе. Тот, кто движется по жизни вместе с Богом, постоянно ощущая Бога, тот никогда не может впасть в уныние или отчаяние. Ведь любой упадок духа – это отрицание присутствия бесконечной божественной силы в своей жизни. Отделение себя от Бога, отказ от Его помощи. Тончайшей пеленой утреннего тумана я нежно укутываю зеленые росточки, которые только что пробились из-под земли. Они очень нежны и хрупки. Это мои дети. Я держу их на своих ладонях, согревая теплом утреннего солнышка. Они растут в лучах моей любви, окружая их заботой и нежностью, я помогаю им окрепнуть, вырасти и раскрыться. И тогда тончайший аромат заполняет всю Вселенную. Будьте садовниками в моем саду и помогайте мне растить мои цветы. Сердце, которое вместило в себя бесконечность любви Творца, становится само храмом Бога. И оно может создавать очаги духовности в любом месте земли. Если человек сам стал храмом Бога и теперь является собою обитель Творца, то через него начинает течь божественный поток, источник живой воды, источник истинной жизни.
каждый прикасающийся к такому источнику получает шансы начать свое восхождение. Мечта моя и всех нас превратить землю в цветущий ашрам. Хотя мы и понимаем, сколько на земле зла. Мы просим Лау рассказать. Лау, а что нужно делать, чтобы прикосновение детей к нашим знаниям не давало потом откатов в обратную сторону? Лау отвечает. Во-первых, надо развивать в детях любовь. Именно любовь. Тогда будут невозможны откаты. Душа, выросшая в качестве любви, не может деградировать. Во-вторых, нужно стремиться к созданию по возможности именно коллективов детей или детей и взрослых по типу лесных ашрамов. Чистой и гармоничной средой для жизни и общения. Именно в такой среде можно задать душам прочные позитивные устои жизни, нравственности, взаимодействия с миром живой природы. Лесные школы – это возможность не дать погибнуть тем росткам добра, которым пока нужен непрерывный уход. А жизнь белой вороны – это обычно непосильно душе в детском теле. Противостоять в одиночку агрессивному примитивизму в состоянии только взрослые и сильные люди. Также не все дети могут самостоятельно выдержать соблазны тупой удовлетворенности гуны тамас. Но если рядом будут спутники на пути, то ребенок даже из прежде отвергнутого окружающей средой изгнанника становится, принимая новую позитивную роль, одним из героев первопроходцев, защитников добра. Очень важно для детей наличие единомышленников, как среди взрослых, так и в детской среде. В детях должны быть заложены основы развития в виде роста любви. Тогда будущие трудности, включая соблазны эгоистичного отношения к миру, становятся менее опасны. Основой, фундаментом воспитания душ любого возраста должна быть любовь. Это делает невозможной в будущем их тотальную деградацию. Тот, для кого руки духовного сердца, дарящие, творящие любовь, стали основой жизни души, тот не может упасть. Именно на таком фоне должно идти развитие интеллекта. Здоровый и радостный образ жизни в гармонии с природой, дарение любви – так надо воспитывать души. Развитие сердечной любви к каждому созданию Творца поможет ребенку на духовном пути. Лесные школы – это возможность создания духовной среды для роста.
Вокруг вас должен быть сад молодых чистых душ. По всей земле нужно делать палисад, очаги этого цветущего сада. Вопрос, а как помочь тем, кто отворачивается от любви? Лао ответил, много жизней у них впереди. Божья помощь приходит к тому, кто сам ищет, как помочь другим. Далее из бесед с Майдой. Она стала говорить, я приглашаю вас во внутренние покои духа. Именно там распускаются весенние цветы божественной любви. Мой божественный учитель Лао учил любви через функционирование анахаты и рост духовного сердца. Не только медитации, но вся жизнь его и всех нас была направлена на взращивание любви. Руки духовного сердца, дарящие свет, нежность, заботу. Это было и в занятиях по медитации, и во взращивании цветов в ашраме, и в целительстве, и в танце, и в создании рукотворной гармонии в жилищах и садах. Так росла в нас любовь, чтобы принять на руки все эволюционирующие души Земли. Так Лао раскрывал внутренний храм для каждой готовой к этому души. Храм, в котором пребывает изначальная суть всего, принявшая в себя нас. Беседы с Цяо Ли. Она подошла к нам, когда мы отдыхали у костра после напряженной медитативной работы. Она состояла вся из света нежности. В традиционной корейской одежде, с ласковой нежной улыбкой. И она окутала нас той мягкой растворяющей любовью, на которую способна, пожалуй, только женское божественное существо. Мы спросили, как тебя зовут? Цяо Ли. Расскажешь что-нибудь о себе? Мы видим, что ты, без сомнения, достигла божественности. Хорошо. В свое последнее воплощение в Корее я пришла уже весьма зрелой душой, имея от прошлых воплощений богатый опыт жизни в тончайших состояниях сознания. Я уже умела пребывать в нежном покое, обладала способностью творчески мыслить,
научилась жить для других и ради других жертвовать собой. Я умела видеть и ценить красоту, могла сливаться с гармонией природы и растворяться сознанием в ее первозданной чистоте. Мне не хватало только знаний о Боге, о Его бытии, а также приемов работы по развитию себя как сознания, чтобы достичь полной самореализации и потом наиболее эффективно помогать людям. И Бог позаботился обо мне, я встретила моего будущего мужа и духовного наставника Кима. Но эта встреча произошла позже в моей жизни, а вначале я начала танцевать с раннего детства, едва научившись ходить. В нашей семье принадлежал небольшой сад. Тишина и общение с птицами, цветами, деревьями привлекали меня гораздо больше, чем общение со сверстниками. Часами я могла смотреть и слушать, как говорят цветы или птицы в нашем саду, следить за движениями рыбок в прозрачной воде небольшого пруда. Я их понимала и любила, и пыталась говорить с ними без слов, лишь с помощью жестов и других движений, выражая так мою любовь к ним. И каждый раз складывался танец. Например, я ощущала себя цветком. Туловище гибким стебельком, руки листочками, а венчик цветка всегда оказывался в грудной клетке. Я начинала покачивать стебельком телом, ласкать руками листочками солнце, небо, окружающее пространство. Блаженство от этого разливалось по всему телу. Я забывала про все вокруг и танцевала, изливая любовь на всех своих друзей. Когда я подросла, то родители отдали меня в школу при одном из буддийских монастырей, где обучали искусству танца. Мне было очень легко и радостно учиться, ведь танец уже был моей жизнью. Я лишь оттачивала и шлифовала мастерство, доводя до совершенства каждый жест, каждое движение. Но самое главное, как нас учили, нужно было передавать эмоциональное состояние, что и составляет суть танца. Здесь-то и пригодились мои детские импровизации. Танец Иволги, танец журавля, танец соловья, поющего весной. Я танцевала, совершенно забывая про все иное. Были только Иволга, только журавль, только песня соловья и моя любовь, которую я дарила в танце. Танцуя, я как бы пела душой без звука. Так разными оттенками любви звучало мое сердце. Все внешнее было прекрасно, люди любовались и наслаждались, глядя на то, как я танцую. Но меня все же не покидало
непонятное ощущение внутренней неудовлетворенности. Позднее я поняла, что в том возрасте я еще не могла донести до зрителей всю полноту любви. Не хватало оттенков той нежности, которая постигается лишь между влюбленными друг в друга людьми. Моя любовь тогда еще не была зрелой. В той школе мы получали разностороннее образование и воспитание, в том числе изучали философию, религию, историю и другие науки. И это, подчеркиваю, крайне важно. Но главным для меня стало знакомство с учением Будды. Я осознанно открывала для себя новый, божественный мир. Это был мир света и любви. Я познавала законы, по которым жил и заповедовал жить нам, Гаутама Будда. Законы чистоты бытия, сострадания, доброжелательности, правдивости, доброты, любви. И сама во всем следовала этим законам. И вот теперь, наконец, я познала и любовь мужчины с тем, кто тоже умел дарить себя. Ким стал моим мужем и духовным проводником в обитель изначального сознания. Он помогал мне осваивать медитативные приемы, дарил свою силу и любовь, а я насыщала его нежностью, окружала лаской и покоем. Полная гармония наших взаимоотношений помогала нам обоим в продвижении по духовному пути. Экстаз, слияние душ, блаженство, насыщение друг друга нежностью, лаской, счастье от дарения себя. Без такого бесценного жизненного опыта любовь никогда не обретает всю свою полноту и силу. А танец стал средством выражения моей любви к изначальному. Дальше из бесед с Кимом. Широко улыбающееся лицо, сильные нежные руки. Вот так мы однажды ощутили присутствие Кима. И попросили его о беседе. Ким охотно согласился. Он сказал: «Можно я расскажу свою историю?» «Конечно, конечно, Ким». И Ким начал показывать: Корея, буддийские монастыри в горах, заботливыми руками выложены дорожки, посажены деревья, кусты, горный ручеек, протекая по территории монастыря, становится украшением каждого уголка. Он наполняет водой пруды и маленькие прудики, перетекает по каменным ступеням, журчащими водопадиками. Струятся по камням прозрачные потоки, разносится высокий чистый звук колокольцев. Это ветерок,
касается их своим дыханием. И мелодичный перезвон заполняет прозрачный воздух. Ким продолжает. Буддизм в своей изначальной чистоте – это прежде всего нравственность. Также восприятие мира в гармонии и покой. Вы вдумывались в значение слова «бодхисаттва»? Бодхи, или что-то то же самое «будхи», означает развитое индивидуальное сознание. Саттва – это гармония, ясность, чистота. Каждый должен стараться достичь состояния бодхисаттвы, чтобы посвятить свою жизнь спасению всех душ из пучины страданий. И каждый может в итоге стать Буддой, полностью освобожденным. Основной принцип буддизма – ахимса – непричинение вреда по возможности ни одному существу. Это основа любви сострадания. Каждый, кто соблюдает это в своей жизни, уже начал идти по пути к свету. Даже когда я был совсем маленьким, мне нравилось быть защитником. Мне нравилось оберегать жизни, жизни и жучков, и птиц, и растений. Мой дед объяснял мне, почему нельзя употреблять в пищу тела животных, почему нужно стараться даже случайно не причинить боль ни одному живому созданию. Я радостно ощущал себя защитником и спасителем букашек и кроликов, бабочек, птенцов и всех. Мне было всего 5 лет, когда я принял на себя миссию защитника всего живого. Но однажды я и мои братья играли с птенцом, выпавшим из гнезда. Я случайно повредил ему лапку. Я чуть не плакал. Мой дед с презрением смотрел на меня. Он объяснил старшим детям, как лечить птенчика. Потом дед подозвал меня и говорил о том, что забава обернулась напрасной болью для маленькой птички. С этого момента до меня теперь уже окончательно, не по-детски, дошла вся полнота святого правила непричинения зла, непричинения боли, непроявления насилия по отношению к живым созданиям. С тех пор я уже не нарушил его ни разу. Я вырос и полюбил всем сердцем прекрасную девушку. Она стала моей женой и матерью 3 наших сыновей. В те времена случались страшные эпидемии, уносившие множество жизней. Во время одной из них моя жена и дети умерли. Я не смог защитить от болезней и смерти тех, кого так любил. Тогда я принял решение стать тем, кто обладает высшими знаниями о том, как спасать и защищать. Монастыри в Корее тогда были центрами, где учили и грамоте, и медицине, и познанию изначального сознания. На обучение обычно отдавались дети из знатных семей. Мне к тому времени уже было почти 40 лет. Я шел от одной обители к другой, но никто не соглашался взять меня в ученики.
Мне предлагали кров и простую работу, но когда я заговаривал о большем, все откровенно смеялись и гнали прочь. Однажды, получив очередной отказ от надменного служителя, я уже шел к воротам. Вдруг я увидел великого мудреца, медленно выходившего из храма. Наши взгляды встретились. Он сделал едва уловимый жест рукой, и тот самый служитель, простиравшийся перед ним на земле, вдруг вскочил и бросился бегом, чтобы вернуть меня. С этого момента я был как во сне, но все до мельчайших деталей запечатлелось в памяти. Это был великий учитель. Любовь и мудрость смотрели на меня из его глаз. Он видел меня насквозь. Он меня подозвал. Я шел к нему, как в толще воды, забыв обо всем на свете. Забыл даже преклонить колени. Он, улыбаясь, коснулся моей головы ладонью. Только тогда я, опомнившись, простерся у его ног. Он сказал тихо: «Я буду учить тебя». Эти слова проникли в самую мою суть. Сон души кончился. Началось пробуждение. Он распорядился, чтобы мне дали помыться, накормили, отвели в келью в монастыре. Он сказал, что завтра ждет меня перед рассветом. Утром, еще затемно, меня привели к нему. Он сделал знак рукой, и мы остались вдвоем. «Чего ты хочешь?» – спросил он. Я начал рассказывать свою историю, но он остановил на середине. «Я знаю о тебе все, что нужно знать, но скажи другое. Готов ли ты с сего момента и до тех пор, пока последняя душа на земле не получит освобождение, служить великому делу?» «Да», – прошептал я. «Тебе придется наверстать 40 лет твоей жизни. Готов ли ты трудиться так, чтобы каждый день отныне приносил плоды 40 прожитых дней? Ты должен наверстывать упущенное и никогда не удовлетворяться достигнутым. Я буду помогать тебе, но пока тебя будут учить другие. Я потом позову тебя вновь. А сейчас пойдем со мной». Мы поднялись на террасу храма. Над горами восходило солнце. Синяя дымка тумана над долиной превращалась в море живого, сияющего света. В безмолвии, в тишине великого таинства света и жизни солнце восходило над землей. Мы стояли рядом, великий учитель и 40-летний человек, который с этого дня начал познавать дорогу души к свету. Для того, чтобы вести затем по ней других. Однажды после заполненного трудами дня я углубился в медитацию моей кельи. Учитель вдруг оказался прямо передо мной. Я простерся перед ним, хотел коснуться его стоп, но мои руки прошли сквозь ноги учителя.
Он был со мной не в материальном теле. Он смеялся всем своим светящимся телом сознания. А я от удивления сел на пол, вытянув ноги. Он произнес, не шевеля губами: «Молодец, ты хорошо меня видишь и понимаешь. Сейчас ложись спать, ты должен выспаться. Теперь я сам буду тебя учить. Каждое утро входи в медитацию и жди меня. Я приду, как сейчас». Так для меня наступил этап посвящения в Будхи-йогу. Лишь изредка учитель призывал меня к себе и давал дополнительные разъяснения через свое материальное тело. Я научился ощущать его присутствие не только утром во время медитации. Теперь в любой затруднительной ситуации я мог обратиться к нему с вопросом, и на уровне слов или понимания приходил его ответ. Иногда, когда я слишком полагался на его помощь, он не отвечал. Он приходил, но я ощущал только его неодобрительное молчание. Я понял, что в таких случаях я должен искать решение сам. Однажды он пришел и сказал, что покидает земное тело. Великий ушел. Монастырь был в скорби и в трауре. Я не находил себе места от горя. На следующее утро мне стоило огромного труда войти в медитацию. Я поднялся на площадку, с которой был виден восход. Я пытался разлиться сознанием над всем простором, но слезы катились из глаз. Кто-то коснулся моего плеча. Я поднял глаза и увидел учителя. Он произнес: «Сколько раз я тебе объяснял, что смерти не существует?» Я простерся перед ним и к полному своему изумлению прикоснулся руками к его стопам. Его тело было реальным, материальным. Я его трогал. Он заговорил: «Ты обещал мне когда-то, что ни на день не перестанешь трудиться, и что вся твоя жизнь будет посвящена познанию пути и помощи другим в поиске света. Ты не забыл?» «В следующий раз я приду в теле поздравить тебя, когда ты примешь руководство монастырем. А сейчас ведь тебе совсем не нужно мое тело для того, чтобы учиться у меня дальше. Я продолжу учить тебя без него». Учитель сдержал свое слово, но это было уже в следующем моем воплощении. Я получил тогда имя Ким. Я постоянно видел в медитациях его, моего учителя. Мой путь до слияния с изначальным сознанием оказался легок и прям. Я познал нирвану в слиянии с ним и затем принял руководство монастырем. Этот день был ознаменован предсказанным чудом. Мой божественный учитель пришел в материализованном теле и благословил новый этап моего пути, этап великого служения. Мы спросили: «Ким, а ты не расскажешь подробнее, какие методы применялись для достижения нирваны в том монастыре?» Ким ответил: «Методы будхи-йоги везде приблизительно одинаковые.
Различаются только нюансы, обертоны. Вы все это проходили в вашей школе. И поэтому хорошо себе представляете. Но я хотел бы сделать акцент вот на чем. Для достижения успеха особенно важно, даже просто иначе и нельзя, пребывание всегда в спокойно радостном, приподнятом, положительном эмоциональном состоянии. Недопустимо жить без ярких положительных эмоций, без того, чтобы наслаждаться и в наслаждении растворяться. Ближайший пример для вас – это растворение в сатве любимой вами природы, столь же дорогой и для каждого из нас. Нирвана легко достигается после прочного усвоения глубокой сатвы. Состояние радостного покоя, блаженной внутренней тишины. А для этого нужна удовлетворенность. Неудовлетворенность в чем-то, превращающаяся в доминанту, чрезвычайно мешает. Лишь одна неудовлетворенность должна всегда оставаться. Это неудовлетворенность собой относительно собственных духовных достижений, относительно не достигнутой пока еще полноты познания изначального и слияния с высшим Я. Она должна всегда оставаться и подгонять. Все же остальные потребности сатвичной души должны удовлетворяться. И пища должна быть сатвичной и вкусной. И не следует без необходимости недоедать. И тело надо ежедневно обмывать, чтобы и оно, и душа не страдали от грязи. И общением с живой природой надо уметь и иметь возможность наслаждаться. И с любимыми друзьями надо встречаться. Сатсанга – это общество, община именно любящих друг друга духовных друзей, сидящих в одной лодке, чтобы, покидая берег сансары, добраться туда, где царствует только нирвана. И еще что очень важно, но далеко не все это понимают, это то, что сексуальность, присущая всем молодым и здоровым индивидам, тоже должна иметь возможность рационально проявлять себя и вносить свой вклад в духовное развитие партнеров. Монастыри – это места, где собираются и упорно работают по совершенствованию себя. Духовные подвижники, стяжающие постижение изначального сознания. А не те, кто занимаются истязаниями себя, ожидая лишь своего конца и боятся даже упоминания про сексуальность, то тамас. Здоровая сатвичная сексуальность позволяет учиться заботиться о другом, наполняет нежностью, утончает. Она именно устраняет крайне нежелательную сексуальную доминанту, вытесняющую из внимания поиск Творца.
Разумеется, этический компонент здесь должен исключительно тщательно соблюдаться. Если все здесь делается правильно, так как надо, то чистота и свежесть эмоций эротического плана, нежности, ласки и любования красотой переполняет, изливается через край, давая избыточную утонченную энергию, необходимую для правильного роста сознаний. Бог всегда благословлял и благословляет такую сексуальность. Не благословляется лишь та, что относится к гуне тамас. Еще подчеркну, сколь важна внутренняя тишина. А она достигается лишь тогда, когда, в том числе, удовлетворена в гармонии сексуальность. Или же, когда она уже пройдена, пережита, ушла, но нежность души осталась. Ким, а как звали твоего учителя? Линь. И вот дальше из наших бесед с Линем. Мы просим, Линь, расскажи о себе, пожалуйста, как ты достиг божественности? И вот Линь начинает свой рассказ. Первым моим учителем была любовь. Я родился на севере Кореи и был единственным сыном богатых и знатных родителей. Моя мать жила в состоянии нежнейшей любви. Она всегда и для всех и звучала мягкую любовь и ласковую нежность. Я рос и воспитывался в этом ее поле. Она умерла, когда мне было всего 7 лет. Отец, чтобы утешить меня, объяснил, что душа бессмертна и что без тела ей даже лучше жить. Я воспринял это как возможность вернуть маму. Я начал ее искать, старался увидеть ее как душу, обнять, прижаться к ее любви. И это получилось. Она ласково обняла меня однажды и сказала: «Если тебе грустно, одиноко, если тебе не хватает любви, запомни сейчас то, как сильно я люблю тебя. И постарайся дарить другим людям свою любовь, такую же, как моя». Тогда любовь всегда будет с тобой. И ты никогда не будешь одинок. Когда ты плачешь и просишь любви, ты никогда не сможешь быть удовлетворен. Вся любовь, которую ты получаешь от других, может закончиться. Но никогда не кончается та любовь, которая живет в тебе. Я запомнил это на всю жизнь и старался жить так, как она учила. Я жил дальше, излучая свет любви. Люди ощущали этот свет и тянулись ко мне. А я, излучая любовь ко всем существам, научился сам видеть красоту и гармонию. Вторым моим учителем стала красота.
Еще в детстве для меня было естественным состояние сонастройки с сатвой, с нежностью утра, тонким светом восходящего солнца, прозрачной чистотой утренней прохлады, ароматом цветов, наполняющим воздух, пением птиц, встречающих новый день. Это был для меня первым шагом в сторону Бога, в том воплощении, ибо позволило мне познать тонкие, нежные состояния, которые не встретишь среди повседневных забот людей. Последующие годы, сливаясь с красотой, я стал входить в особое состояние души, когда мое обычное «я» исчезало. А я становился самой красотой. Я искал красоту и находил ее везде. В закате над расстилающимся морским простором, когда вечер наполняет все вокруг своим теплым покоем, в лучших творениях людей искусства, в узорах природных ландшафтов. Со временем во мне возникло желание не просто сливаться более или менее часто с красотой, а быть именно в постоянном слиянии с ней. Я захотел найти учителя, мастера красоты, который бы раскрыл для меня ее законы. Отец вскоре отдал меня на воспитание в буддийский монастырь. Там моим третьим учителем стала тишина. В том монастыре жил старый китаец Даос. Мне нравилось с ним беседовать. Он рассказывал о других землях. Мой мир расширялся за границы монастырских стен. Иногда мы садились рядом, и он предлагал слушать, как далеко-далеко на его родине шумит вода в реке. Я не слышал, как шумит вода, но слышал тишину, которая лежала над землей. Тишина была огромна, прозрачна. Она доставала туда, где когда-то жил старый китаец. Потом она оказывалась везде, снаружи и внутри меня. Мы часто сидели так, погруженные во внутреннюю тишину и в покой. Вся суета мира оставалась снаружи. Она не могла проникнуть в бытие тишины. Она не имела права переступать границы тишины сердца, наполненного покоем и любовью. Мне нравилось учиться, особенно изучать рукописи, хранящиеся в монастыре. Они были бесценны. Я жаждал знаний и был готов впитывать их, как губка впитывает воду. И четвертым моим учителем стали знания. Я познакомился с группой буддийских монахов, от которых узнал много нового. Они не были духовными мастерами, но рассказали мне о своих взглядах и о некоторых истинах, о принципе непричинения вреда, служении и так далее. Знакомство с ними послужило для меня толчком к дальнейшему развитию
пробудив интерес к поиску духовной самореализации. Мне искренне захотелось найти в жизни нечто высшее, что наполнило бы ее более высоким смыслом. Я ощущал, что должен искать именно высший смысл в жизни. Осуществить его и рассказать о нем другим. Я отправился в Китай и стал обучаться в одном из буддийских монастырей художественному искусству. Благодаря этому вскоре я встретился с несколькими монахами, которые не просто следовали традиции, а были именно духовными искателями. Общение с ними открыло для меня новые перспективы. Они были связаны с другим духовным центром в Китае, который, как оказалось, располагал серьезными знаниями и методиками. Там принимали в обучение очень немногих, лишь тех, кто были способны вместить в себя высшие знания и правильно ими распорядиться. Когда я узнал о существовании этого центра, во мне загорелось желание попасть туда. Меня приняли на обучение, и именно тогда я встал на реальный путь развития себя как сознания через практические техники. Я прошел начальный этап работы, который включал изучение принципов сатвичного питания, очистку энергетических систем тела, также упражнения для тела и развитие способности перемещать концентрацию сознания в различные части тела. На следующем этапе мой наставник научил меня изливаться любовью из грудной клетки и обнимать пространство вокруг, горы, лес. Я обнимал собою сердцем природу и долго пребывал в этом состоянии. В нем я познал в еще большей полноте покой. Далее я рос сознанием в этих состояниях покоя среди наполненных тишиной гор. Но в монастыре сменился настоятель. Порядки стали суровыми, жесткими. Я ужасался мысли о том, что должен буду провести в этих стенах всю свою жизнь. Я сбежал и отправился странствовать. И пятым моим учителем стала жизнь. Я очень много тогда узнал. Я побывал в разных даосских и буддийских монастырях и смотрел на жизнь людей, живущих там, на их радости и печали. Я легко зарабатывал на жизнь знаниями, полученными в процессе своей учебы. Я мог написать прошение или предложить целебные травы от многих болезней, или исполнить любую другую работу. Я видел множество разных людей. Я познал ту любовь, которая может соединять в единстве душ, мужчину и женщину. Я приобрел бесценный опыт жизни, который позволил мне впоследствии научиться понимать очень многое. Но однажды я услышал внутри тишины голос, который предлагал мне вернуться домой, потому что скоро умрет мой отец. Я вернулся, но не смог его исцелить. Я остался наследником огромного состояния. Я решил построить свой монастырь, соединив в нем все лучшее, что видел в странствиях. Я выбрал место удивительной красоты, нанял строителей. Вскоре ко мне стали присоединяться и те люди, которые были вдохновлены моими планами. Ко мне пришли и многие мои товарищи по обучению, и лучшие мои учителя. Я горел идеей создания самой замечательной обители. Работа кипела,
Я гордился своим детищем. И шестым моим учителем стало смирение. В обитель пришел один странник. Всем, кто приходили тогда ко мне, все в новом монастыре нравилось. Я с гордостью показывал то, что было сделано, и рассказывал о своих планах. Но этот мой гость смотрел и лишь удивленно пожимал плечами. Наконец он сказал: «Но здесь нет главного, здесь нет Бога». Бог тогда говорил устами этого человека. Странник ушел, а я остался в развалинах моей гордыни. Больше никогда я не позволял самомнению застилать мой взор. Я ведь хотел создать прекрасную обитель, обитель любви. Это можно было сделать только с Богом, только для Него. А я это делал для кого? Более того, я тогда забросил медитации, которые посчитал необязательными для начальника. И седьмым моим учителем стала медитация. Я поставил перед собой цель познать изначального и начал искать его со всей страстностью. Я забыл обо всем ином. Я теперь шел только к нему. Медитация стала способом преодолевать расстояние, отделяющее меня от него. И тогда он, единый, изначальный, вездесущий, позволил прикоснуться к себе. Я был потрясен. Я слился с ним. Я познал изначального. Я погружался в него вновь и вновь. Я проводил дни и ночи в медитациях слияния. Я был потрясен его величием и его любовью. Я хотел только одного – остаться навсегда в нем. Я стремился обрести ту полноту состояния нирваны, которое не исчезло бы никогда. Но однажды, когда я шел по монастырю, он начал показывать мне запустение, которое наступило здесь с тех пор, как я стал видеть в своей жизни только медитацию. Он показал мне моих людей, чем только они не занимали свое праздное время. Лишенный моего внимания монастырь стал подобен засыхающему саженцу молодого деревца. А изначальный корил меня: «Пусть твоя любовь ко мне прорастет любовью и заботой о каждом существе. Только тогда ты станешь великим учителем. А пока стыдись того, что лишил моих детей любви и заботы». И тогда восьмым моим учителем стала забота. Потом у меня были ученики, их было много. Мой путь дальше был прост. Под весом тех, кого я держал на своих руках, я сам погружался все глубже в обители изначального, главного учителя и для меня, и для всех людей. А он говорил мне: «Ты сам
должен идти всегда только в меня. Но я тобою пойду к другим моим детям, тем, кого я доверил твоей заботе. Мы спросили: расскажи, как ты их учил? Он ответил: любовь развивается в душах через их помощь другим существам во всем добром, и в большом, и в малом. Техники медитации позволяют прикоснуться к новому, но это новое переходит в бытие человека только в любви дарении, в любви служении. Так учил меня Бог. Именно через заботу о своих учениках я научился ощущать и видеть людей так, как это делает Он. Я научился смотреть Его глазами и видеть тот шаг, который каждый конкретный человек может сейчас сделать. Я никогда не говорил: ступай туда, делай так. Но я давал задания, исполнение которых ставило ученика перед необходимостью совершать очередные действия по преображению себя. Ученик сам принимал решение, сам делал соответствующие усилия и брал новую ступень в своем развитии. Его вели только его любовь к изначальному и его любовь ко всем существам. Я помогал всем, кто просили моей помощи и принимали мое руководство. Кто-то из моих учеников выкладывал камешками дорожку к пруду для медитации, чтобы каждый идущий к тому пруду наслаждался рукотворной гармонией. Или же ученик обучал медитативным приемам других учеников. Задача всегда была сложна, но исполнима. Требовались напряжение сил души и спокойное горение любви для каждого такого шага к свету. Совсем не каждый мой ученик познавал изначального, но каждый делал свои шаги на этом великом пути. Подобно тому, как роет колодец, я раскапывал плотные породы душ, обнажая их общий источник, чтобы мои ученики утоляли жажду познания. Подобно тому, как отворяют окна, чтобы свет, который вовне, проникал внутрь, так и я открывал души вечному свету. И затем этот свет через раскрывшиеся сердца моих учеников уже лился вовне к каждому существу. И душа, достигшая высшего предела, продолжала свое служение уже с изначального плана вселенского бытия. Конец человеческого пути становился для нее великим началом нового божественного бытия. Так я взращивал души, собирая мудрость веков и сея знания, чтобы изначально мог собрать плоды мудрости. Я дарил любовь и сеял семена ее, чтобы цветы любви своим благоуханием радовали всех,
чтобы ее плоды приносили семена и давали новые всходы. Я давал силу всем тем, кто росли правильно. А сам я сросся с изначальным сознанием до той степени, что моя физическая форма стала подобна выступу его обители в материальный мир. Мое тело срослось с изначальным настолько, что ему не составляло труда воспроизвести этот телесный облик на материальном плане в любой его части, там, где это нужно было ему. Я стал одно с океаном изначального. Его воля проявлялась через мое тело. Его слова исходили из моих уст. Его глаза смотрели из моего тела. Его мудрость стала моей мудростью. Его покой стал моим покоем. Его любовь стала моей любовью. Его забота стала моей заботой. Плоть человека должна быть свободна от «я», чтобы в нее мог войти он. Это осуществляется через великое таинство слияния, срастания. Когда достигшая совершенства индивидуальность, сорастворившись, остается в изначальном, тогда тело уже больше не принадлежит сансаре. Глаза, которые смотрят в глубинах целого, позволяют тогда изначальному смотреть и сквозь глаза твоего тела. Руки сознания, которые обрели способность действовать из изначального, позволяют тогда и рукам тела наполниться силой Всевышнего. А твое бескрайнее сердце становится тогда навечно скрепленным с единым сердцем всех нас. Все это раскрывает проход, через который и другие сознания вливаются в изначальный океан и становятся тоже им. Буддисты называют это нирваной, состоянием Будды, освобождением. Мы спросили: Линь, скажи, пожалуйста, несколько слов для начинающих. Линь ответил: пусть тишина утреннего спокойствия и утренней свежести коснется каждого сердца. Еще я скажу о работе руками сознания. Я, так же, как и вы, всегда особое внимание уделял работе руками сознания, обучая учеников. Для чего годится на земле человек без рук? Пояснять не нужно. Так же и для жизни в тонких мирах. Чтобы полноценно жить, помогать, работать, любить, совершенно необходимы развитые руки сознания. Руки физического тела начинаются от грудной клетки тела, в которой расположена чакра анахата, грудная клетка души. В ней вначале томится,
духовное сердце. Но сердце в своем стремлении дарить вырывается из нее. С этого момента и начинается правильный рост души, постепенно становящееся большим и свободным духовным сердцем. И его действующими органами, как и у материального тела, становятся руки сознания. Эти руки единосущны ему. Они тоже состоят из любви. От умения действовать руками сознания зависит способность перемещаться по эонам многомерной Вселенной, а впоследствии и прочность слияния со мной и пребывания во мне. Безрукие лентяи не могут удержаться в моих вселенских глубинах, не могут раствориться во мне. Они просто всплывают на поверхность, как пробки. Бог – это самый великий труженик во Вселенной. Бог трудится всегда, не покладая своих божественных рук. В этом жизнь изначального. Через это, в частности, движется его эволюция. А медитация – это предстояние пред ним. Медитация – это средство пройти в него. Медитация – это способ слияния с ним, когда индивидуальное может прикоснуться к нему, познать его, раствориться в нем. Состояние истинного бытия есть исчезновение всего иного, чем он. Это состояние его жизни, его любви, его эволюции.